Касым-Жомарт Токаев написал статью для известного израильского издания «Джерусалим Пост». Статья опубликована под заголовком «Религиозные лидеры могут способствовать установлению мира во всем мире мнение». В ней глава государства обращает внимание на тревожный рост геополитической напряженности в мире. Планета оказалась перед лицом серьезных угроз. Речь идет о глобальной гонке вооружений, угрозе применения ядерного оружия и распространении войн, отмечает Токаев. Президент также подчеркивает, человечеству необходимо новое глобальное движение за мир, и важную роль в этом могут сыграть религиозные лидеры. Примерно 85% людей в мире относят себя к той или иной религии, что делает ее значимым фактором нашей жизни. Поэтому религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела. Кроме того, священная ценность человеческой жизни, взаимная поддержка, отказ от разрушительного соперничества и вражды – это принципы, которые разделяют все религии. Поэтому я убежден, что эти принципы могут лечь в основу новой мировой системы.